Побратимские отношения между белорусским Брестом и китайским городом Сиагань были официально оформлены более 20 лет назад, в 1993-м. С тех пор обе стороны постоянно работают над укреплением дружеских связей и налаживанием взаимовыгодных контактов. Города регулярно обмениваются делегациями. Состоявшийся накануне визит подтверждает серьезность намерений. В рамках поездки на Брещину китайские делегаты встретились с руководством города над Бугом. В центре внимания оказались вопросы наращивания торгово-экономического оборота. Мы дружим с 1993 года, и за это время наши города серьезно укрепили отношения. Тем более, что контакты двух стран поддерживаются на самом высоком уровне. Президент Беларуси и председатель Китайской Народной Республики встречаются регулярно. В этот раз мы приехали, чтобы наладить контакты между Брестом и Сиаоганем в части торговли и экономики. Несмотря на то, что визит делегатов имел очень ограниченные временные рамки, представителям китайского города-побратима удалось немного познакомиться с областным центром Брещины. Впечатления позитивные. А главное, есть немало точек соприкосновения, которые смогут придать импульс отношениям в части их развития. Надо отметить то, что и мэр Сиаганя, и весь состав делегации вообще впервые в городе Бресте. Поэтому для них открытие Бреста, я думаю, произошло в таком приятном аспекте. Они видят, что наш город молодой, перспективный с точки зрения и промышленного потенциала, с точки зрения географии. Я думаю, что какие-то формы взаимодействия экономического, культурного, эта встреча обязательно перерастет. Представители белорусской стороны, руководители крупных предприятий рассказали о том, как им удалось выйти на китайский рынок. Несмотря на географическую удаленность, это перспективный путь. Тем более, что и сами жители Поднебесной отмечают, что заинтересованы в поставках белорусской продукции. А потому в завершении мероприятия представители обеих сторон выразили уверенность в том, что экономические и культурные результаты встречи не заставят себя ждать. А обсудить их можно будет уже в рамках последующих визитов.